Я думаю, что любовь — это жизнь. Просто хотелось смотреть и ничего не говорить. Рядом с ней было мне так хорошо, спокойно, и сейчас это чувство меня не покидает, что самое главное. Слово «любовь» для меня практически не существует, потому что это лишь слова. И, наверное, для того, чтобы передать все то, что происходит между нами, между Таней и мной, одного слова, которое кто-то когда-то придумал, дал ему вот эти буковки, и теперь все говорят, что это любовь, этого слова недостаточно. Главное, наверное, чтобы любовь существовала в душе, чтобы нести в этот мир любовь, и тогда мир ответит тебе тем же. Любовь — это когда ты каждую минуту хочешь быть человеком, прикасаться к нему. Наверное, я влюбилась впервые в голос. Голос произвел на меня очень такое большое впечатление. Казался таким родным, таким прям домашним, теплым. Любовь — это теплота. Это пламя. Это когда ты готов пожертвовать себя ради другого человека. Это правильно. Я считаю, мы с Албиной пережили, наверное, столько разных событий вместе. И как вот как принято говорить, были и в счастье, и в горести тоже вместе. И я и Нина что не променяю. Ну, любовь — это, наверное, прежде всего, это мы. Человеку стоит доверять, и не стоит человека привязывать, наверное, к себе. И тогда все пойдет намного проще и легче. А для меня любовь — это Таня. Поэтому мне больше нечего добавить. Как мы познакомились? Как-то мы постепенно познакомились. Хотя знали мы, конечно же, друг друга очень давно. И выступая уже в показательных выступлениях в туре Илья Авербух, там наши чувства начали уже проявляться друг к другу. И мы начали сближаться и больше узнавать друг друга. И отсюда, наверное, и возникло наше чувство любовь и притяжение друг к другу. Чтобы любовь жила.